У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда, доченька. Не смотри, не смотри. Что там, папа? Что? Ничего. Все хорошо, все хорошо. Ты не смотри только. А когда мы домой пойдем? Скоро, совсем скоро. Чуть-чуть осталось. А где мама? Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Скоро мы ее догоним. Я соскучилась. Скорее бы. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Да не может быть, не может. Оставалось еще минимум две коробки. Очень даже может. Кого повезли? Думаешь, сколько его за дежурство уходит? Ну не столько же. Новых больных всего ничего. Куда там две коробки? А старым уже колоть не надо? Да сколько их там, старых-то? Теперь много. Умирают все меньше. На спад пошло. Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий это, Юрка. Здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Вас предупреждали о мерах безопасности. Вы что, о перчатках, о масках. Вы расписывались. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то ничего, а нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами, и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции.
Хотя установишь тут, ага, три раза с кисточкой. Ну, начальству виднее. Дальше, охрана, дальше. Проходите. Камера дезинфекции дальше. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это что? Это какой-то штамм вируса или карантина было. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вероятность. Безысходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третий 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас, через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ганса берет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы мы подохли здесь, да? Ну так что? Беженцам повезло, ну, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Да, поделитесь. Я рад, что ты жив-здоров, Артем. Мы бы сейчас рванули с тобой, ладно, но приходится ждать, они, пока конечно, ганзейцы подтянут подкрепление. Но а тебе ведь надо спешить. Беспокоит.
Так что удачи, что, и увидимся на базе. Со щитом или на щите, солдат. Ну и что? Товар весь остался. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Ясно. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, хоть как-то. Документы. Сержант, хоть вы скажите. Стоит не близкий, так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, куда еще удастся. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А че они вообще? Эй, рейнджер, нужны патроны? Ну что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. Лучшая картечь делается в Ганзе. Бери и окупятся. Отборные шарики и недорого. Выгодная покупка. Покупай, лучшей цены тебе никто не даст. Покупай смело, дешевле не найдешь. Отличный патрон, мощный, очень выгодно получается. Подходи, рейнджер, поторгуем. Мины отлично перекрывают торговые пути конкурентов. Зажигательные, отличный инструмент конкурентной борьбы. Есть ножи, метатели, недорого. Никогда с ним не замечал никто. Даже на словах не обещали ничего. На что они рассчитывали? Да ни на что. Работа у них такая. Рейнджеры Полиса с самого начала занимались такими вещами. Какими такими? С крафтами воевали. Что-то я не слышал. Да нет же, эпидемия там если, или мутанты какие расплодятся. Полис сразу их и высылает, спартанцев этих. А сейчас чего? А сейчас пришли с эпидемией разбираться. А тут уже мы карантин устроили, красный источник выжгли. Вот они нам и помогли, чтоб те не увлекались слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. А Полису с этого что за выгода? Они ж далеко. До них эта эпидемия не добралась бы, наверное. Так об этом давно уже страны договорились. Все вопросы вроде этого Полис решает. А за это их никто не трогает. Нейтралитет у них. Переговоры, опять же, если война какая, тоже они организуют. А, понятно теперь. Да, вот она где, их выгода. Воины они сами не лезут, а купоны с них стригут. Умно, умно. Да, но мы тоже торгуем не себе в убыток. Подходи, рейнджер, подходи. Есть отличные образцы. Заходи еще, рейнджер, заходи. Подходи, подходи. Такого и у вас в Спарте нет. Обрати внимание, Артем, какие средства Ганза бросила на организацию карантина. А ведь деньги внимание они считать умели. Открываем. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннелях, рейнджер! Другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место – метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане – сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное – непозволительная сейчас роскошь.
Выход! Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, пояс с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Да что же тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем. Аккуратней там с генераторами. Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро — живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Глухое место.
Слышишь? Приготовься! Зверье и пустота. Пойдем дальше. Хорошо. Там за паутиной что-то есть. Занимательно. Знак? Решетка прогнила, да и приварена наспех. Артем, помоги! Артем, жги паутину дальше! Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. Странное это место. Думаю, это тебя. Артём!
нельзя долго оставаться. Это она, река судьбы. Великая иногда выглядит жалко. Надо войти в воду. Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Не бойся, сюда тебя привел не я, а сама судьба. Дальше! Иди дальше! Думай о черном! И река вынесет тебя к нему. Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных.